Громкие разоблачения в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Сегодня стало известно о задержании нескольких высокопоставленных спасателей. Аресты прошли сразу в трех регионах и в самом центральном аппарате. В поле зрения антикоррупционной службы попали два председателя комитетов. По версии следствия, они брали взятки, взамен обещали свое покровительство. Примерно так же действовали их коллеги в регионах. В итоге задержали главу ДЧС Шымкента, а также главных спасателей Житысусской и Улытауской областей. Глава МЧС уже прокомментировал скандальные аресты. Он заявил, что это была совместная с антикором работа по выявлению нечестных сотрудников. В самом агентстве озвучили суммы, которые задержанные якобы брали за свою благосклонность. Все они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство их деятельности в сфере противопожарной безопасности. Суммы взяток варьировались от 100 тысяч до 4 миллионов тенге. Подозреваемые задержаны, начато досудебное расследование.